Можно делать коррекцию перед авиаперелетом. Эти перелеты не являются противопоказанием, они не влияют на состояние роговицы. Но мы, конечно, просим пациента хотя бы 2-3 дня, чтобы мы его пронаблюдали, были уверены, что в положительном состоянии мы можем его отпустить. Если перелет идет накануне отпуска, то лучше, конечно, все-таки сделать сначала отпуск, а потом лазерную коррекцию, для того, чтобы всякие водные процедуры не являлись источниками инфекции на первое время после операционной.